хорошо на Волге, да. Никуда ехать. Вообще, нет, вот за Волгой еще лучше там вот. Там вот, знаешь, вот там за островами. Коса, коса, коса. Там вообще мелко, да? Раньше вот там далеко можно идти. Ну, я не знаю, там коса, не коса. И вот там за островами, там за утро, там вообще хорошо. Переворачивай, как это сейчас все сгорит, блин. Ты что, снимаешь-то? Да. Нафига? Ну как это? Нафига? Хочется мне так. Нравится мне так. Плохо, что ли? Не для тебя же, для себя. Это любительское видео называется. Потом в интернет, да, будешь? Зачем? Тебя? Ты хочешь в интернет? Нет. Почему ты не хочешь в интернет? Зачем я тебя буду выкладывать? Ты что, боишься, что ли, кого-то? Ты думаешь, тебя украдут? Украдут тебя, украдут. Не бойся со мной. Солдат ребенка не обидит. Солдат ребенка не обидит. Так же? Правильно я говорю. Ну встань. Ну не надо снимать меня. Иди сюда. Иди сюда, сказал. Петя, это что такое? Это что за непослушание? Вон, где лучше идти? Петя, какой ты непорядочный парень. Крути. Тут ты бери и крути. У тебя хорошо получается. Вредина. Стесняется. Стесняется, стесняется мальчишка. Видишь, как здорово у тебя получается. Прям как будто ты профессионал своего дела. Видишь? Супер, да, Федя? Правда, наверное, надо пониже, да, поставить? Что ты такой недовольный? Надо таблетку было выпить. Ты давление померил с утра? А у тебя есть измеритель давления-то? Мамки-то есть. Ну и что ты? Не померил? Сильно болит голова? В затылочной части или впереди болит голова? Здесь. Ну не снимай-ка, блин. Улыбнись. Скажи чиз. Федя, ну скажи чиз. Такой вредный. Хватит, что ли, блин? Хватит, конечно. Они же сейчас, это же... А, все, да. Даже для шашлыков. Это можно, наверное, убрать. Да? Надо в пакет, да. Видишь тут это? Рыбколхоз. Рыбколхоз. Рыбачит у нас. Нам пакет сейчас нужен будет? Нет. А вообще-то нужен. А вон там зеленый. Федь, вон там зеленый. Что за пакет? Ну и что? Можно поставить потом. Потом в белый поставим, когда покушаем. Ты поставь пока. Что ты спешишь-то? Ты поставь пока. Ты куда торопишься-то? Торопиться-то некуда. Ой. Хорошо, сегодня погода хорошая. С утра что-то пасмурно было, я думаю, дождь будет. Ну, с утра, да. С утра было пасмурно. Сейчас нормально. Разгулялась снег. Я посмотрела по погоде, там 23-24 градуса, это нормально. А что-то я смотрел, с утра типа дождь будет. Не нормально. Федя, посмотри на меня. Нет. Федя, ну посмотри на меня, пожалуйста. А ты знаешь такое слово? Пожалуйста, волшебное такое. Ну, Федь. Ну, Федь. Ну, пожалуйста, Федь. Ну, посмотри на меня. Федя, блин. Убери руки. Ну, Федя, ну что такое-то? Что тебе? Ой, какой вредный, какой ругачий ты вообще, блин. Очень ругачий. Очень. Что, просто закидываешь, она плавает, да? С кормушкой, да, там каша у них, кормушка. Ну, на каждой этой леске там кормушка.
каша и там эти как кукуруза. Стесняшка. Теперь я вот стесняшка. И каждая чебурашка. А? Ну, пока поджарится со всех сторон. Ты не пережарил. Как понять? На язык попробовать. Попробуй на язык.